Всем привет! Сегодня будем готовить карпа в духовке с овощами. Приготовленная таким способом рыбка получается нежной и сочной, а овощи вкусными и ароматными. Это блюдо просто идеальный вариант ужина на каждый день. Для приготовления нам понадобится карп, картофель, укроп, чеснок, морковка, лук, петрушка, черный молотый перец, соль и подсолнечное масло. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Сначала подготовим форму для запекания, чтобы было куда складывать все. Наливаем немножко подсолнечного масла и хорошо его распределяем по всей формочке. Теперь нарезаем укроп и петрушку. Не сильно мелко. Затем берем небольшую мисочку, выдавливаем в нее чеснок. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Дальше берем нашего карпа. Я его заранее уже почистила, голову отрезала, здесь все из середины выпотрошила. И делаем вот такие вот продольные надрезы, где-то на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Это для того, чтобы рыбка в процессе приготовления не деформировалась. И с другой стороны надрезаем. Надрезы глубокие делать не надо, просто подрезаем кожицу, чтобы она потом не стянулась, когда будет запекаться. Ну, кроме того, еще такой нехитрый способ нужен для того, чтобы рыбка хорошо промариновалась. Теперь берем и натираем нашего карпа приготовленной чесночной смесью. Так вот хорошо втираем в эти прорезы и по всей рыбке. Также в середину закладываем чесночок с солью и перцем. Переворачиваем и такую же процедуру повторяем с другой стороны. Вот так хорошо прорезы туда чесночок закладываем. Не обязательно сюда в брюшко. Также в брюшко рыбы помещаем рубленную зелень. Вот так берем и просто туда хорошенечко ее затрамбовываем, как бы. Чем больше влезет, тем вкуснее будет. Подготовленного карпа перекладываем в смазанную маслом форму для запекания. И пусть он так постоит немножко. А мы тем временем займемся овощами. Нарезаем все кружочками. Лук режем. Также кружочками режем морковку. И точно такими же кружочками нарезаем картошку. Кружочки делайте не толстыми. Максимум 0,5 сантиметра. Перекладываем все овощи в миску. Добавляем соль, перец, оставшуюся зелень. Вливаем 1-2 столовых ложки подсолнечного масла. И хорошо перемешиваем. Подготавливаем
подготовленные овощи раскладываем вокруг рыбы. Смазываем карпа подсолнечным маслом, самую малость, несколько буквально капель. Накрываем форму фольгой, блестящей стороной вовнутрь, матовой наружу. И отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Прошло 40 минут, снимаем фольгу и оставляем запекаться в духовке еще минут 10-15 до образования румяной корочки. Прошло еще 15 минут, наша рыбка подрумянилась, овощи тоже уже готовы, можно подавать к столу. Вот и все, самый вкусный карп в духовке с овощами готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.